Так, отлично. Теперь по поводу презентации. Всем ли видна презентация? Центральный сайт, успешный старт, новинки каталога. Все видят презентацию? Отлично. Девочки, давайте сегодня будем активно общаться. Почему? Я на данный момент не в Минске, я в Бобруйске. У своих родителей немножечко слабоватый интернет, поэтому если что, давайте, чтобы была сразу обратная реакция, вот, чтобы я знала, там слышно, не слышно, видно, не видно, давайте вот так вот оперативненько. Ну и плюс, естественно, поскольку у нас тема такая у нас довольно интересная, да, все любят новинки каталога, все любят продукцию компании. Кстати, давайте еще такой опросик проведем. Напишите по 10-бальной шкале, насколько вы любите продукцию компании Reflame. У меня 10. Но не стесняемся, если на единичку, то, пожалуйста, все ответы принимаются. Сейчас начнут. А, я не буду отвечать, да? Так, пропадаю, да? Если где-то что-то не расслышали, тогда переспрашивайте, задавайте вопрос. Буду говорить помедленнее. Так, 10 миллион, отлично. Но, может быть, у нас в аудитории есть люди, которые, допустим, я знаю, что есть люди аллергенные, которым не вся продукция компании Reflame подходит. Такое может быть, не стесняемся, пишем. Это вполне имеет смысл, потому что даже у меня в структуре есть девочка, у нее, кстати, сегодня ее нету почему-то у нас в аудитории, она очень активно интересуется новинками, вот, у нее очень достаточно такие огромные, я бы сказала, гигантские проблемы с кожей, и вот ей достаточно тяжело подобрать косметику, но, несмотря на это, она любит Oriflame. Она, правда, покупает не все из нашего ассортимента, но подбирает, и то, что ей подло, она пользуется уже, как говорится, до скончания веков. Так что, девочки, знайте, что даже если у вас аллергия, во, видите, Маша написала классно, Алена Гречишникова аллергик, она практически не пользуется Орифлейм, но бизнес она строит только с Орифлейм. Вот, видите, даже как бывает. Вот. Что касается, еще раз, вот уже начали с Аленой Гречишниковой, да, сразу такой вам анонс сделаю небольшой, 15 мая. Мальчиков сегодня нету, да, сегодня дни девочки. Значит, девочки, буду тогда обращаться к вам сегодня ко всем девочки. Вот. 15 мая, пятница, первая пятница следующего каталога у нас будет выступать Алена Гречишникова, сапфировый директор компании Reflame, лидер Белоруссии. Ну давайте поаплодируем хоть восклицательными знаками. Елки-палки, чего вы такие уже все молчаливые? Да. Вот, кстати, кто был в прошлый раз, выступал Дмитрий Гнездовский. Так получилось, что меня не было. У нас тут экстренная госпитализация в больнице произошла, поэтому я на Дмитрии Гнездовском не была, но запись вебинара смотрела. И чтобы вы знали, Дмитрий Гнездовский, Алена Гречишникова – это муж и жена. Так что вот, скажем так, с представителем мужского пола вы познакомились, да, Наталья – это ее муж, вот. А Алена выступать у нас в пятницу. Так что всем-всем-всем анонсируйте, всем-всем-всем рассказывайте, это суперлидеры. Ну, естественно, кто не знает, Светлана Гречишникова, это мама Алены Гречишниковой и теща Дмитрия Гнездовского, это лидер номер один Белоруссии, исполнительный директор. Вот если, как говорится, у меня получится, может быть, мы и ее попросим у нас выставить. Так что, ну, это я вам не обещаю, конечно, но будем пробовать. Так, Анечка, это будет в следующую пятницу.
Да, кстати, чтобы вы знали, Маша подсказывает. Светлана Гречишникова, лидер номер один Беларуси, исполнительный директор, это наш вышестоящий спонсор. Да, следующая пятница, 15 мая, будет выступать Алена Гречишникова, сапфировый директор компании Oriflame. Ну, итак, приступим к нашей теме. Значит, прежде чем мы с вами начнем наш успешный старт, вы же должны знать, для чего вам нужно успешно стартовать, правильно? Для этого немножечко поговорим о преимуществах нашего плана успеха, чтобы вы знали и понимали, какие же неограниченные возможности для бизнеса предлагает нам компания Oriflame. Все видели эту лестницу успеха, все знают, что это такое. Вы, ничем не рискуя, можете получить все, начиная от тысячи долларов и заканчивая сотнями тысяч долларов, автомобилями, самолетами и яхтами. Вы сами решаете, каких высот по лестнице успеха вы достичь. Итак, из присутствующих сегодня единички ставим, кто у нас новичок, двоечки, кто у нас уже 2-3 каталога в проекте, и троечки это старички. Давайте посмотрим, какая у нас аудитория сегодня присутствует. Ой, одни старички, новички-то есть хоть? Единички, кто новичок, признавайтесь. Или кто 2-3 каталога в проекте, двоечки. Вот Диана у нас еще недавно в проекте, да? А совсем новичков нет. Ага, Вероника, отлично. Девчонки, я понимаю, что старички знакомы с этой лестницей успеха. Вот Диана и Вероника, вы знакомы с этой лестницей успеха? Вы ее впервые видите или вы уже ее видели? Знаете ли вы, что директор получает 1000 долларов, золотой директор 2000 долларов, сапфировый 4000 долларов? То есть, и девчонки, понимаете, это же не миф, это реальность, которую осуществили уже очень-очень многие люди. И вы прекрасно уже видели на наших пятничных вебинарах, как люди достигают этих успехов. Кто из вас был на вебинаре Ирины Гвардиян, наш вышестоящий сапфировый директор? Вот. Кто был Дмитрий Гнездовский, старший золотой директор? Помните уникальное выступление Кургутловой Татьяны, да, которое, наверное, никому не забудется? Вот. Она, старший золотой директор, выступала у нас на вебинаре. Сегодня она уже сапфировый директор. То есть это реально, этого можно достичь, если только захотеть. Ну и посмотрим с вами, какой же у нас с вами путь к мечте-то. Вот давайте в аудитории определимся, кто из вас кем хочет стать. У кого цель директор, у кого цель золотой директор, у кого исполнительный, у кого бриллиантовый. Напишите, кто какую цель на сегодняшний день себе поставил. О, Маша молодец, сразу президент, отлично. Может быть, Маша, ты бы написала уже бриллиантовый президент, ну что уже так, ну надо же было самую последнюю лестничку написать. Так, бриллиантовый, да. Ну, девчонки, делитесь мнениями. Кто какую цель на сегодняшний день себе поставил? Вот. Ну, правильно, директор, но это не финал. Диана молодец, это нормальная, скажем так, промежуточная цель директор, а конечную мы будем ставить в следующий раз. Да. Молодцы, девчонки. Дело в том, что когда вы достигаете уровня директора, это дает вам шанс в среднем зарабатывать 12 тысяч долларов в год. То есть вы получаете чек на 1000 долларов, когда первый раз в жизни становитесь директором, принимаете участие в банкете директоров. Но это всего лишь начало на пути к вашему успеху. Вот как Диана написала, директор, но это не конечная цель. Потом вы становитесь золотым директором. Вы обретаете европейский уровень жизни, начинаете путешествовать вместе с Oriflame,
ежегодно на золотые конференции. То есть мы много раз вам ставили ролики с различных золотых конференций. Я думаю, вы сами в Ютубе это все видели. Можете даже в Ютубе забить «Золотая конференция Oriflame» там разных лет и посмотреть, как, что, где происходит. Это просто уникальная возможность увидеть мир. Но опять же, это еще не все. Когда в вашей структуре поднимаются новые лидеры, появляются новые директора, которых вы выращиваете, да, это просто бомба. Вы становитесь золотым сапфиром, бриллиантовым и так далее директором. Доход бриллиантового директора уже составляет от 70 тысяч до 85 тысяч долларов в год. Единая премия при достижении уровня бриллиантового директора – это 6 тысяч долларов. И вы ежегодно участвуете в золотой и бриллиантовой конференции. А как только вы становитесь исполнительным директором, вы уже 3 раза в год. Есть еще исполнительная конференция. То есть ужасно много преимуществ быть в компании, расти, идти по лестнице успеха. Вы будете путешествовать с людьми по всему свету. Посмотрите на эти счастливые лица, посмотрите на этих людей. Взгляды и ценности этих людей будут совпадать с вашими. Вы побываете в самых интересных странах, в самых интересных городах. И поверьте, вот кто-то может сказать, да, что «Ай, зачем мне эти конференции с Oriflame, я вам куплю себе путевку и поеду». Вы знаете, ни одна поездка в туркомпании не сравнится, между прочим, с бесплатной поездкой в компании Oriflame. И даже наши вышестоящие лидеры, они всегда говорят так. Стыдно ездить за свои деньги на курорты, если вы работаете в компании Oriflame. И это очень классная фраза, мне так она нравится, я все время смеялась, говорю, и это говорят девочки, бриллиантовые директора. Вас ждут незабываемая атмосфера праздника, вот эти чеки, вот эти просто супер овации, фейерверки, и это все будет для вас, девчонки, все для вас. Самое главное, это поставить цель и идти к ней, достигать ее. И это будут ваши успехи, это будут ваши овации, ваши аплодисменты, ваши чеки, ваши поездки, ваш отдых и ваша супер жизнь. Ну и приступим. Первые шаги на пути к успеху, какие же мы с вами должны осуществлять? Мы все прекрасно помним, что как только человек регистрируется в компании и в нашем проекте, он должен обязательно активировать кабинет на сайте Oriflame. В противном случае мы не сможем помогать ему строить команду. Это все знают. Ставим плюсики. Все прекрасно должны понимать, что мы строим цепочки, да, регистрируем одного под одного. И если человек не активирует кабинет на сайте, мы не сможем строить под него команду. Конечно, есть обходные способы, обходные методы, но зачем усложнять, когда можно просто, да? Поэтому начинаем с простого, мало. Активируем кабинет на сайте Oriflame, подписываем нашего человечка на рассылку, а ему говорим, что он должен зайти к себе на почту и подтвердить эту рассылку. Обязательно нужно объяснить человеку, что скайп – это не роскошь, скайп – это необходимость. Когда со мной начинают беседовать люди и говорят, что «Ой, у меня скайпа нет», я говорю, значит, установите. Есть видеоуроки, у кого этих видеоуроков нет, обратитесь к спонсору, вам дадут эти видеоуроки, как создать скайп, вот. Как создать электронную почту, потому что встречаются люди, которые не умеют это делать, и это на сегодняшний день, в принципе, не редкость. Поэтому даем им видеоурок, и пускай они создают и почту, и скайп, и так далее.
Мы объясняем человеку, что если ты включаешь в скайп-чат, ты в команде, ты всегда сможешь получать оперативную информацию об акциях, распродажах, различных нововведениях. Там можешь задавать вопросы, спрашивать, что тебе непонятно, выяснять какие-то моменты и детали. Но если ты не в скайпе, если тебе лень его создать, или, ну, не получается, ну, обратитесь к спонсору, если не получается. Да, в конце концов, задолбайте вы спонсора, да? Спонсор для того и нужен, чтобы вам помогать. Поэтому классная фраза, я ее люблю говорить всегда, это, конечно, не моя фраза, но я ее обожаю. Спонсор достается тому, кто его достает. Доставайте своего спонсора, не получается спонсору, вот, и все будет классно. То есть скайп – это важный инструмент нашей работы, в нашей работе. Нету скайпа – нет работы, это однозначно. Скайп – это оперативная информация. Следующий пункт – знакомство с командой. Очень часто вы можете видеть в скайпах такую просьбу. Девочки, новичок, познакомьтесь или подружитесь. И кидаем ссылку на своего новичка. Эту же ссылку кидаем своему спонсору на своего новичка. Если вдруг получилось так, что вы знаете, ну, мало ли там спонсор замешкался, что-то там забыл. И если вы новичок, вы сами ищите своих спонсоров, сами зарегистрировались и написали в скайпе, да, что, девочки, вот моя страничка, быстренько добавьтесь ко мне в друзья. Здесь стеснение никому не нужно. Здесь только партнерство, оперативность, взаимопомощь. И таким образом вы познакомитесь с командой, и команда, соответственно, познакомится с вами. Потому что очень часто наши новички теряются. И бывают даже такие ситуации, вот когда вроде человечка зарегистрировали, и слава богу, что дали ссылку на этого человека, да? Вот у меня много было таких ситуаций, что человек либо сам меня находит в скайпе, либо мне дают на него ссылку, я его нахожу, знакомлюсь с ним, пишу там письмо, что я вышестоящий спонсор, что человек может ко мне обращаться, и всегда в своем обращении к новичку я в конце задаю вопрос. Потому что если вы вопрос в переписке не зададите, он вам больше никогда не напишет. Вот, всегда задаю вопрос, допустим, с какой целью вы пришли к нам в проект? То есть если человек адекватный, он уже будет отвечать на вопрос, и у вас остается переписка. Но если вы вопрос не зададите, есть вероятность, что он просто вам не ответит. Но в крайнем случае напишет спасибо, буду иметь в виду. Но это, как говорится, не разговор. Я всегда пишу приветственное сообщение, говорю, что я вышестоящий спонсор, спрашиваю, с какой целью зарегистрировался человек. Человек отвечает. Потом я пишу, есть ли у вас скайп? Давайте, заводите скайп, вот мой скайп, мой адрес, добавляйтесь ко мне, я включу вас в командный чат, познакомлюсь с командой. И таким образом потерянный новичок возвращается в команду. У меня такое уже было не раз, что про новичка забыли, и, скажем так, может быть, даже не забыли, может быть, просто вовремя не списались, где-то потерялись или еще что-то. А я вот таким образом, вот, будем говорить, случайным вылавливаю и ввожу этого человека в команду. То есть и вы тоже этим пользуетесь. Потому что у вас тоже есть команда, у вас тоже есть люди, которые только начали работать. Ну, может быть и так, что я новичку больше понравилась. Вот, кстати, это как вариант. Вы знаете, вы можете быть спонсором у своего новичка, но он может не найти общий язык с вами, а найдет общий язык с вашим вышестоящим. Или с параллельщиком, вообще с параллельщиком, понимаете? Поэтому очень важно перезнакомиться с командой. Вот, поэтому имейте этот моментик в виду и пользуйтесь им. Это очень важно. Дальше нужно объяснить обязательно своему новичку, что в течение 80 дней, а для России в течение 60, нужно разместить балловый заказ. Иначе человек просто выйдет из проекта.
Я обычно делаю таким образом. Значит, если наш новичок, ну он еще в принципе только вошел, он толком ничего не понимает, и вы ему хлопаете, сразу говорите про заказ, да, тоже некрасиво и как-то неказисто. Ну, обычно спрашиваем, любите вы продукцию, если любите, чем пользовались. Вот, ну, там в зависимости от ответа. Вот, если человек говорит, что пришел на бизнес, и мы разговариваем с ним о работе, деловом партнерстве, то, естественно, я ему говорю так, чтобы я была уверена, что вы с нами будете сотрудничать, и что я не потрачу на вас зря время, потому что все-таки я буду вас сопровождать и помогать, мне нужно знать, что вы будете ответственно, серьезно подходить к делу. И показателем для этого будет считаться размещение вашего заказа. То есть как только вы размещаете заказ на 10 или 20 баллов, ну, больше можно, меньше нельзя, вот, я уже уверена, что вы с серьезными намерениями пришли в наш проект. Соответственно, я уже даю вам доступ на командный сайт к нашим видеоматериалам, я вам даю доступ к нашим видеоурокам, к нашим вебинарам. Ну, естественно, рассылку получают все, но доступ на командный сайт получают только те, кто делает заказ. Вот. Поэтому вот таким образом я общаюсь со своими новичками. Тоже берите это на заметку, потому что очень часто бывает такое, что человек задает много вопросов, терроризирует вас. Вам кажется, так классно, супер, он задает столько вопросов, он там что-то делает, он там это делает. А то, что человек не сделал заказ, и истекает срок, и как бы вы с ним там не общались, его компании терминируют, вот этот момент вы упустили. А потом представляете, как жалко сил и энергии, которые вы вложили в этого человека. Вот, поэтому нужно доступно объяснить людям, что если вы настроены серьезно, мы будем с вами работать в том случае, если увидим ответную реакцию. Ответной реакцией будет являться ваш заказ на 10-20, ну и более баллов. Дальше наш новичок, естественно, создает странички в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке или на других соцсетях, которых он умеет, которых он знает, как работать. Да? Конечно, чтобы наш новичок не испугался, мы говорим ему по 5. На один номер телефона можно создать аккаунт. На Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Mail.ru, где еще там Фотострана, Мой мир, Кругу друзей. Представьте, сколько это будет страниц на один номер телефона, да? Вот. То есть, если вы работаете в разных соцсетях, то на один номер телефона можно создать до 10 страниц. Вот. Но если у вас там 5 номеров телефонов есть, да, не всегда у людей есть, поэтому мы говорим, чтобы человек спрашивал у соседки, у подружки номер телефона, который не зарегистрирован в той или иной соцсети. У бабушки, у дедушки. Сейчас у бабушек, у дедушек есть телефоны. И бабушки, и дедушки не обязательно могут быть в соцсетях. Вот. Есть, конечно, продвинутые, но не все. Поэтому, а у некоторых даже есть по 2 номера телефона, да, один Вилком, один МТС. Вот. Кстати, еще подскажу одну фишку, 3G модем у кого есть, он тоже принимает смски, на него можно тоже создавать аккаунт. Наполняем его, раскручиваем, даем спонсору ссылки на свои профили, чтобы вся команда добавлялась в друзья. Вот. Изучаем инструкции и обучающие лидеру, которое мы запрашиваем у спонсоров. То есть, первое, когда я общаюсь с человеком по поводу соцсети, я у него спрашиваю, в какой соцсети комфортно работать, какие вебинары ему предложить. Допустим, человек говорит, я контакт не знаю. Значит, я ему даю вебинар по Одноклассникам, он его изучает и работает в Одноклассниках. Если человек, значит, знает ВКонтакте, я ему даю вебинар ВКонтакте, и он изучает и начинает работать. Да, он, Аня пишет, у меня тоже на 3G странице, да, так что используйте этот момент.
Вот. Регистрация аккаунтов, помимо еще бесплатной на номера действующих телефонов, есть еще и платная. Вот некоторые сайты для покупки номеров или аккаунтов. Тоже можете использовать это. Деньги зачисляются с помощью WebMoney, различных сервисов электронных. Вот. Возможно, даже есть. Ну, я знаю, что SMS-рек я оплачиваю с WebMoney, там карточка не проходит. Ну, посмотрите, может быть, где-то на каких-то сервисах можно и с карты оплатить. Так, идем дальше. Напоминаю вам о нашей программе, которая помогает нам с вами в работе. Это замечательная акция, которая немножечко сейчас упразднилась, и нашим новичкам стало немножечко легче, чем было изначально. Значит, с 5 по 8 каталог, квартальная программа по приглашению. Напоминаю вам условия. Значит, если ваш новичок, изначально было так, разместил единовременный заказ на 50 баллов в течение 21 дня с момента регистрации, то сейчас нашему новичку гораздо проще. Наш новичок, чтобы участвовать в акции, должен разместить суммарный заказ за 21 день с момента регистрации. А бесплатная регистрация будет в случае размещения первого заказа на 10 баллов, как обычно. Если человек размещает суммарный заказ на 50 бонус-баллов, он получает 50% скидку на любой продукт. Вот. То есть могу вам привести такой пример небольшой. Да? Вы берете, делаете заказ на 50 бонус-баллов и значит, заказываете какую-нибудь туалетную воду за 50%. Обычно туалетные воды, которые идут по полной стоимости, они идут где-то в районе 50 баллов, 50-60 баллов. Но здесь надо просто глядеть, чтобы не ошибиться, да, потому что есть некоторые 47-45 баллов, да. И если мы берем 50% скидку, кстати, 50% скидку нужно выбрать именно в том же каталоге, в котором вы сделали суммарный заказ на 50 баллов. Вот, в следующем она сгорит, чтобы вы понимали. И получается, сделаем первый шаг, 75 баллов. То есть вы сделали 50 баллов, заказали за 50% туалетную воду, она идет приблизительно там 25, ну пускай, допустим, не 25 не получилось там, ну 20 баллов, ну закажите там гель для душа на 5 баллов и средства для интимной гигиены, да, и все, и 75 баллов ваш первый шаг пройден. Так что имейте это в виду. Вот, и своим новичкам об этом тоже говорите. Теперь посмотрите, значит, для консультантов, которые не новички, ну, кстати, новички же они тоже могут участвовать, если начнут приглашать к себе в команду людей, да? Вы приглашаете, регистрируете своих новичков, и за каждый сделанный бонус-балл вашего новичка вам начисляется спонсорский балл. Ваш новичок сделал 50 баллов, вам начислилось 50 баллов. Ваш новичок сделал 75 баллов, вам начислилось 75 баллов. Но это только за первый шаг, чтобы вы понимали. Вот. Но если даже ваш новичок сделал 25 баллов, вам тоже они начислятся, 25 баллов. И потом они будут суммироваться, и вы по итогу акции будете выбирать себе подарки. Вот. Есть еще дополнительные спонсорские баллы. Если вы еще не были на уровне 9%, вам просто нужно дорасти до уровня менеджера 9%, и вы получаете дополнительных 200 спонсорских баллов. Дальше условия для менеджеров. Значит, менеджеров тут, наверное, маловато будет. Но я думаю, менеджеры разберутся, поэтому я уже не буду, скажем так, этот слайд интерпретировать. Есть еще условия для менеджеров. И вот наши подарочки, которые мы можем выбрать, накопив определенное количество бонус-баллов. 100 баллов, 200, 300, 500 и 1000. Итак, кто собрался собрать 1000 бонус-баллов?
и получить классный фитнес-браслет, смартфон или фотоаппарат. Попробуем. Надо кричать «Я!» «Я!» надо кричать. «Я накоплю 1000 баллов!» Ну и для успешного старта, конечно, есть программы поддержки и самое лучшее для роста наших новичков. Это программа лояльности. То есть, проходя вот эти вот шаги, которые идут по пошаговой программе, и выполняя условия акции на 50 баллов, эти баллы вам еще будут засчитываться в программу лояльности. Вы собираете их 100, 200, 300 и 500 бонус-баллов, и потом за эти баллы бесплатно берете себе продукты по программе лояльности. Есть, конечно, продукты платные, они более дорогие. Вы платите символическую плату, там, по-моему, 80 или 85 тысяч, и берете этот продукт за такую дешевую цену. Единственное «но». Раньше программа лояльности работала в течение года. То есть все накопленные баллы были действительны в течение года. И по истечению года они начинали сгорать, ну, покаталожно. Да? То есть баллы в том каталоге, в самом первом, они потом сгорали по истечению, остальные оставались. Да? Сейчас программа лояльности немножко изменилась, и баллы будут накапливаться в течение полугода. Те бонус-баллы, которые были накоплены ранее, они будут так и оставаться в течение года. Но начиная с этого каталога, с седьмого, бонус-баллы будут отсчитываться на полгода. То есть те бонус-баллы, которые вы заработаете в седьмом каталоге, будут держаться в течение полгода. Знаете это, помните, чтобы, как говорится, собирали-собирали и не попали в просак, когда ваши баллы горят. Стартовая программа для Республики Беларусь. Первый шаг – 75 бонус-баллов, и вы в следующем каталоге по достижению первого шага выбираете любой продукт из декоративной косметики и платите за него всего лишь 4 УЕ. Естественно, вы можете брать что-либо дорогое. Это Giordani Gold, которые стоят там те же румяна в шариках дорогие, даже тональная основа, CC-крем, тушь. А вы заплатите за них всего лишь 4 УЕ. Второй шаг. Выполняем 100 бонус-баллов и берем любой продукт из белой косметики. Естественно, мы разве будем брать простые кремушки? Нет, мы будем брать дорогие. True Perfection, Экологен, Биоклиник. И платить за них всего лишь 4 УЕ. И третий шаг – это 125 бонус-баллов. И мы выбираем себе любой парфюм из каталога и платим за него всего лишь 4 УЕ. Программа для России немножечко другая. Там нужно 3 шага по 100 бонус-баллов. Как только вы это делаете, у вас эксклюзивная скидка, которой пользуется только премьер-клуб, 200 рублей. Любой продукт с 50% скидкой, вы можете выбрать один. И в подарок по программе лояльности тоже продукт, потому что программа лояльности начинается со 100 баллов. Это пошаговая программа для России. Теперь поговорим с вами о премьер-клубе. Понятно, что наш проект нацелен на личное потребление, но все-таки в нашей аудитории могут быть люди, которые продают. Поэтому эта программа для них выгодна. Собираем заказы на 250 бонус-баллов и получаем 25 УЕ или для России 200 рублей бонус премьер-клуба. За каждые дополнительные 100 свыше 250 мы получаем 15 УЕ плюс, либо 450 рублей России. Итак, для России
Премьер-клуб начинается со 150 бонус-баллов. Если вы сделали 50 бонус-баллов, 150 бонус-баллов в двух каталогах подряд, в третьем получаем скидку на любой продукт 50%. Участвуем в программе лояльности, покупаем продукты из эксклюзивного каталога «Премьер». Там еще есть дополнительные условия для кредитования в России, но это лучше уточнить в своем филиале. Вот. Ну и если выполняем 250 баллов и более, пошли денежные выплаты. Так, на этом мы не останавливаемся. Для Беларуси 250 бонус-баллов, это премьер-клуб, получаем выплаты от 25 до 130 УЕ. Если мы делаем два каталога подряд по 100 баллов, в Беларуси премьер-клуб начинается со 100 баллов. Два каталога подряд 100 баллов, в третьем получаем скидку на 50% на любой продукт. Вот такая у нас программа премьер-клуба. И сейчас мы с вами поговорим о наших новиночках каталога. У нас шикарные новинки в этом каталоге. И особенно туалет, вода, Divine, которая представлена на этой обложечке. Кто ее хочет? Восклицательные знаки. Сначала пройдемся с вами по акциям каталога. Посмотрите внимательно акции каталога «Туалетная вода Divine». Что нам нужно сделать, чтобы ее получить? В этом каталоге нужно было сделать заказ. На 300 рублей России, девочки, нет белорусского каталога тоже. Значит, в этом каталоге нужно было сделать заказ на определенную сумму. В следующем, в седьмом, тоже заказ на такую же сумму. К сожалению, белорусские каталоги появляются у нас очень поздно, поэтому нам новинки приходится вести по российским каталогам, да. Поэтому с ценами вот немножечко вот так, девчата. Но, по крайней мере, вот Маша подсказывает на 13 УЕ, да, вот, по крайней мере, это супер шанс действительно, потому что водичка отличнейшая. Сейчас я вам расскажу, что это за туалетная вода. Вот так о ней пишет парфюмер Люк Сьюзак. Ты великолепная дива и владеешь всеми сокровищами мира. Твой фаворит — царственный золотой ирис, всем сердцем жаждущий внимания. Пари! Прими в дар этот аромат, пленительный шлейф из утонченных нот шипрово-цветочных аккордов, затянет вереницу обожателей. Вот так отзывается об этом аромате парфюмер. Значит, итак, парфюмерная вода относится к древесным шипровым ароматам. То есть, чтобы вы понимали, да, что это будет терпкий, сладкий, ядреный аромат. Значит, верхние ноты, цветки нероли, красные фрукты и мандарин. Сердце, белые цветы, золотой ирис пион и шлейф шипр мускус амба. Естественно, любителям свежих запахов этот аромат не подойдет. И если Натали любит синюю Divine, на белую ей смотреть нечего. Так, ну, я надеюсь, вы поняли, да, по типу аромата. Девочки, кто разбирается вот в описании? Вот я сейчас описала вам аромат, вы приблизительно представили, что это такое? Давайте, один, ничего не поняла, два, приблизительно поняла, три, отлично поняла описание. Один, ничего не поняла из описания. Два, приблизительно поняла. Три, отлично поняла, что за аромат. Я вообще по описанию могу сама себе, ну, я уже, в принципе, скажем так, натягалась немножечко на этих ароматах, поэтому соображаю, да. Ну, только Оля не поняла, что за аромат. Оля, скажи, ты любишь
свежие, сладкие или ядреные запахи. Я тебе, допустим, подскажу, есть ли смысл тебе вникать в описание. Свежие, сладкие или ядреные. Света, три в одном. Так, свежие и сладкие. Значит, Оля, можешь не смотреть на этот аромат, потому что шипровые древесные ароматы, они из разряда термоядерных. Вот кто знает туалетную воду Giordani Gold желтенькую, да? Вот к этим относится My Red красная вода, да. Это такие вот термоядерные ароматы. Так что вот Divine Беленькая будет из этого разряда. Так, идем с вами дальше. У нас есть еще такая замечательная акция. О, Наталья любит Giordani. О, а как же это так интересно. И Divine Синенький, и Giordani, такие запахи несовместимые. Ну, видите, наверное, что так бывает. Потому что есть Giordani серенькая, Giordani White Gold. Это я еще могу как-то вот, наверное, совместить с Дивайном. Но вот Giordani... Наталья не совмещает. Молодец, супер. Ну, потому что действительно Giordani Gold и Divine Синяя — это абсолютно противоположные ароматы. Совершенно противоположные. Но вы, наверное, вообще, скажем так, эксклюзив. Эксклюзивная дама. Следующая акция, которая у нас в каталоге, это косметичка такая шикарная, красивая, элитная косметичка. Значит, что нужно сделать? Ее можно приобрести со скидочкой в 70%, если вы сделаете единовременный заказ, ну, по российским рублям на 890 рублей из каталога. Ну, приблизительно, чтобы прикинуть на белорусские, ну, давайте умножим на 260, да, 890 умножить на 260, что-то у меня калькулятор не работает, может кто-то подсчитал уже. Так, 231 400 рублей у меня получилось. Ну, может быть, там на 300 тысяч надо. Вот, примерно так, да, если на белорусский будем переводить. Вот, и косметичку вы берете за более низкую стоимость. Ну, напишите, кому косметичка это нравится, кто хочет такую косметичку приобрести, плюсики ставим. Плюсики, плюсики. Мне очень она нравится, шикарная косметичка, я просто от нее в восторге. Оле не нравится, и Свете не нравится. Ну и ладно, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Следующая акция, девчонки, шикарнейшая акция каталога. Это просто бомба, девочки. Это не сыворотки, это клад, просто клад. Эксклюзивное предложение каталога. Выбери свою сыворотку и оцени суперэффект. Любая сыворотка по более дешевой цене, скидка больше, чем 50%. True Perfection – это 25+. Экологен – это 35+. И Time Reversing Intense – это 45+. Света классно писала, если я возьму еще одну косметичку, не успокоюсь, пока не напомню. Отлично, это вот действительно вот фанат продукции Oriflame, девочки. Так, ну, по описанию наших продуктов. Итак, True Perfection.
Эта ухаживающая сыворотка мгновенно выравнивает тон и текстуру эпидермиса. Наше лицо становится более ровное, более гладкое, эффективно разглаживает морщинки, значительно улучшает качество кожи. Туда входит экстракт шелковой акации и нейтрализующие молекулы, которые предупреждают преждевременное старение клеток. Сыворотка мгновенного действия. Эффективное средство от мимических морщин, созданное на основе инновационного комплекса Instant Glow, запатентованный комплекс компании Oriflame. Там содержится натуральный экстракт персидской шелковой акации. Обратите внимание, я говорю вам уже об этом не понаслышке, я сама пользуюсь этой серией True Protection, я просто от нее в восторге, девочки. Лицо омолаживается, ну, на 100%. И причем мне бы уже пора и коллагеном пользоваться, да, мне в этом году уже будет 34 года, но эффект от True Perfection даже в 34 года просто колоссальный. Просто колоссальный эффект. Поэтому обратите внимание на эту серию. А те девочки, которые еще, допустим, 25, они думают, что, скажем так, ну, я еще молодая, у меня еще нет мимических морщин, я красавица, да. Поймите одну вещь. Если у вас нет мимических морщин, зачем, чтобы они появились? И эта серия True Perfection просто будет поддерживать вашу кожу. Вы даже не представляете, это просто супер вещь. Вот Маша пишет. Что ей коллаген больше понравился, чем True Perfection. Но вот я говорю, я еще коллагеном, я и коллагеном пользовалась, конечно, намного лучше эффект, намного лучше. Ну, если вам еще только 28, то не надо пользоваться и коллагеном, да, все-таки будем соблюдать возрастные границы. Вот. И, конечно, если вам 33-34, то можно уже попробовать. Вот, но если вам два, то лучше берите True Perfection, это однозначно. Вот, так что теперь расскажу вам про экологен. Так. Эффективное средство против морщин с эффектом лифтинга. То есть True Perfection еще этого нет. В экологене уже есть эффект лифтинга. И в этой сыворотке содержится средство против морщин двойного действия. Почему? Потому что там содержатся экстракты стволовых клеток растений. Это вообще уникальная разработка компании Oriflame. И в ролике, которые перед вебинаром я вам ставила, кто успел, посмотрел, там об этом говорилось. Эта формула увеличивает выработку собственного коллагена на 200%, разглаживает морщины, препятствует обвисанию кожи лица. Запатентованная технология PowerLift благодаря мощному пептиду увеличивает на 300% выработку эластина, который препятствует обвисанию кожи. И опять же, уточняю, сыворотка из серии «Экологен» предназначена для людей 35+. Света написала, мне красная нравится, но хорошо, что еще рано. Да, девочки, красная серия, тоже могу сказать о ней очень много хорошего. Почему? Потому что этой серией пользуется моя мама. Девочки, моей маме 63 года, но, скажем так, этот человек, мало того, что он достаточно энергичный и жизнерадостный, да,
школе, она работает в школе учителем, кстати, до сих пор работает, да, настолько энергичный человек, что ей никто в школе не дает 64 года. И большинство, когда узнает, они просто в шоке, потому что мама моя не выглядит старше 50 лет. Поэтому это, вы знаете, очень показательно. И вы можете посмотреть, кто знает, наш старший золотой директор Зоя Владимировна Садовская, тоже она пользуется активно этой серией. И человек тоже не выглядит на 60 лет. Очень энергичные, красивые, жизнерадостные люди. Так что сыворотка, вот этот тайм-реверсинг, это просто, ну я не знаю, это бомба. Роскошная сыворотка. Она специально разработана для зрелой, увядающей кожи лица. Почему интенс? Потому что у женщин все равно наступает менопауза, когда уже организм не вырабатывает никаких коллагенов, ни эластинов, ничего. И нужно поддерживать кожу в том состоянии, в котором она осталась. Подбородок, шею. Эта сыворотка интенсивно борется с признаками старения. Там находится соя, комплекс Аминоплюс, который тоже запатентован компанией. Он стимулирует восстановление структуры эпидермиса. Гиалуроновая кислота, которая восполняет баланс влаги в коже, укрепляет ее, выравнивает. Комплекс Пролифт, который подтягивает кожу, имеет эффект подтяжки. Кожа лица выглядит более упругой, гладкой, контуры более четкими. И для достижения наилучшего результата все сыворотки, абсолютно все, рекомендуется наносить под дневной или ночной крем. Вот вы провели тонизирование, точнее умылись, протонизировали лицо, нанесли сыворотку, подождали, пока сыворотка впитается минут 10-15, и следом нанесли дневной или ночной крем. И эффект будет гораздо лучше. Ну и как же наша сногсшибательная тушь? Девочки, кто пользовался? Тушь 5 в 1. Это просто бестселлер, который занимает в продажах Oriflame первые места. Номер один в СНГ. Это супер тушь. Объем на 52%. Удлинение 57%. Разделяет, подкрашивает каждую ресничку. Специальный комплекс с увлажнением и питанием. Ну, много... Вот это боюсь, чтобы не закончилось. Да, это вообще, это отличнейшая вещь, сногсшибательная вещь. Ну, по крайней мере, вот сколько я в Oriflame, девочки, лучше туши 5 в 1 и лучше туши Giordani Gold объемной, я не видела ни одной. Это вот 5 в 1 от Oriflame, и если более старшего возраста, там, конечно, лучше брать Giordani Gold объемный. Вот две туши, лучше нет. Следующий продукт, следующая наша новиночка, это тональные средства. Пудра матирующая и стойкая матирующая тональная основа. Все прекрасно помнят, у нас была серия Madvance, которую очень многие любили, обладатели жирной кожи, да, это действительно супер вещи. Немножко вот об описании. Жидкая тональная основа с комфортной легкой текстурой. То есть у всех почему-то понимание, что если матирующая, значит она должна быть плотная. Нет, это легкая текстура. Она обеспечивает безупречный ровный тон, предотвращает выделение кожного сала, при этом не утяжеляя вашего макияжа. Также там же есть фактор SPF 20, то есть защита от ультрафиолета. Это отличная вещь, особенно на лето, когда у нас все течет по лицу, да? И причем это стойкая тональная основа. Ваш макияж не расплывется, он никуда не денется.
Теперь о пудре. Компактная пудра, особенно летом, это просто незаменимая вещь. Свежий вид кожи без жирного блеска на целый день обеспечит вам компактная матирующая пудра The One. Ультратонкая, с бархатистой текстурой. Она тоже помогает контролю за выделением кожного сала. Дарит коже естественный вид и ощущение мягкости. То есть у вас на лице маски не будет. У вас будет свежее, красивое, дышащее лицо. Дополнительный уход эти два продукта обеспечивают за счет масла плодов авокадо. Оно богато полинасыщенными жирными кислотами и прекрасно увлажняет кожу. Экстракт семян тыквы. Богаты минералами кальций, калий, хром, медь, магний, витамин С и витамины группы В. Увлажняет, питает и улучшает эластичность кожи. Также в этих продуктах содержится витамин Е, который обладает антиоксидантной защитой. Бархатистая текстура и ультратонкое покрытие – это просто находка для комбинированной и жирной кожи. Омега-стойкость на целый день и свежий вид без жирного блеска – это просто клад. Девочки, кто из вас обладатель жирной или комбинированной кожи – это ваш вариант. Но, естественно, да, матирующие они отличаются от остальных, но все равно в любом случае лучше через пробники подбирать тон. Вот сейчас вы делаете заказ в каталоге, в текущем, да, закажите себе пробничек этой тональной основы, посмотрите в прайс-листе, он есть, закажите его. Вот, и уже на следующий каталог, когда вы будете делать заказ, вы будете уже знать, какой тон вам нужен. Потому что супер вещь, это отличнейший вариант. Уникальная стойкость цвета, помада, губная помада The One. Яркий насыщенный цвет кремовой текстуры. Обычно стойкие помады ассоциируются с сухостью. Но эта помада, поскольку имеет кремовую текстуру, она обеспечивает полный комфорт и уверенность. Потому что губы у вас не сохнут, и помада держится практически целый день. Сохраняет интенсивность, не растекаясь на протяжении 10 часов. Так что, кому нужен стойкий макияж, предыдущая тональная основа и пудра, плюс эта губная помада, это будет ваш замечательный выбор на летний период времени. Да, любимый цвет нашей Карины. Света уже знает. Да, я действительно люблю красные цвета, красные оттенки, бордовый, красный, алый. Это мой цвет, действительно. Новинки каталога, девочки, вы не поверите, я так долго ждала эту серию. У нас раньше была серия, гидра тоже называлась, акваритм. Ее очень долго не было, она давно пропала, сошла с производства. И вот оно, чудо, девочки, оно появилось. Это просто шик, блеск, красота. Итак, новинка этого каталога. Свежая, восстановленная, сияющая кожа с гидрокомплексами. Здесь у нас представлены увлажняющий лосьон для лица, увлажняющая маска для лица, интенсивно увлажняющие ночные капсулы для лица Aqua Plus. Единственное, что я расстроилась, их тут всего лишь 14 штук, к сожалению. Да? Но надо две упаковки брать просто на месяц использования. Просто имейте в виду, что капсул всего лишь 14. Ну, начнем с вами с капсул. В каждой капсуле интенсивная питательная увлажняющая сыворотка. То есть, девочки, мы капсулы не едим. Да? Кто еще не знает, что капсулы есть не надо. Надо отламывать хвостик и выдавливать сыворотку и наносить ее на лицо.
Потому что есть у нас такие люди, которые румяна в шариках глотают и ждут, пока проявится румянец. Есть у нас такие люди, которые капсулу для лица тоже глотают и потом спрашивают, а что-то у меня морщины не проходят. Так что хвостик отламываем, наносим на лицо. Значит, капсулы, они вашу кожу разгладят. Если ваша кожа за зиму устала и обезвожилась, это супер способ ее пробудить. Здесь же содержится витамин С. Он помогает омоложению кожи, защищает ее от преждевременного старения. Теперь о маске. Увлажняющая маска для лица Aqua Plus. Это тоже незаменимая помощь для сухой кожи лица или обезвоженной. Вот бывает даже такое, что у вас вроде как жирный тип лица, да? У кого, может быть, кто с таким сталкивался? Жирная кожа, но она почему-то шелушится. Есть такие люди? Я такой человек, я знаю, что это такое. У меня комбинированная кожа лица, но после зимы у меня очень сильное шелушение, и это говорит не о том, что у меня сухая кожа, это говорит о том, что моя кожа за зиму обезвожилась. И поэтому эти новинки – это просто супер средство для обезвоженной и сухой кожи. Значит, маска освежает, увлажняет, восстанавливает энергию кожи, разглаживает морщинки, которые появились не вследствие старения, а вследствие обезвоживания. Комплекс гидробаланс и экстракт буроводоросли, они увлажняют кожу, придают ей сияние и мягкость. Ну и лосьон. Легкий сезонно, с учетом того, что у нас лето, лосьон содержит SPF-фильтр. Значит, применяться этот лосьон будет вместо дневного крема. То есть он называется увлажняющий лосьон, но это вместо дневного крема. Опять же, гидробаланс и красные бурые водоросли повысят увлажненность кожи, урегулируют блеск лица, защитят от ультрафиолетовых лучей свободных радикалов. В результате вы получите сияющую, здоровую кожу лица и просто супер красивый вид. Вот такие нас ждут украшения, да, в королевском блеске. Красивые наши бриллиантики, да, ожерелье, серьги и диадема. Очень красивые аксессуары. Можно приобрести в этом каталоге. Ну и вот моя любимая серия True Perfection, да, о которой я вам так рассказывала, с таким удовольствием, я ее просто обожаю. Ну, сейчас немножко об описании, да. У нас с вами представлена здесь новинка, это гелевая маска для лица. В ней содержится энзимы граната, которые в течение 10 минут мягко отшелушивают и обновляют кожу, оставляет ее мягкой, гладкой и сияющей. Значит, маска размером 50 мл создана специалистами Oriflame по инновационной формуле, в которую, как я уже сказала, входят энзимы граната и природные материалы. Эта маска гелевая, но она эффективно отшелушивает роговой слой кожи, ускоряет регенерацию клеток и делает поверхность кожи мягкой, гладкой и сияющей. Так что если ваша кожа немножечко продрябла за зиму, самое время попользоваться маской True Perfection. Значит, наносите вы ее на лицо, избегая области вокруг глаз и губ. Все прекрасно знают, да, что глаза и губы мы не трогаем. Оставляем на 10 минут, а потом просто смываем прохладной водой. Но у кого кожа чувствительная, лучше всего кипяченой водой смыть. Значит, ну и теперь результаты, да, какие результаты вам эта маска принесет.
Мгновенные результаты вы увидите сразу, потому что, ну, я говорю, я как только начала неделю использования серии True Perfection, и результаты были на моем лице. Нежное отшелушивание, более гладкая, сияющая, свежая кожа. Уже в течение 10 минут вы увидите этот мгновенный эффект и сияющий цвет лица. Так что, девочки, еще раз рекламирую, пользуйтесь суперсредством. Серия «Экологен». Наша новиночка здесь – дневной крем с SPF-фактором, SPF 30. Значит, обновленная серия «Экологен» содержит уникальный экстракт стволовых клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина даже во время сна. Кожа становится более упругой и мягкой. И теперь посмотрите внимательно, да, результаты клинического тестирования. Значит, показали, что морщины сокращаются на 1/3. Тестирование проводилось 12 недель. Женщины, принимающие тестирование участие, все сказали, что кожа становится более упругой, мягкой и гладкой, а морщины сокращаются на 1/3. Так что еще то, что этот дневной крем содержит SPF 30, это особенно важно для лета. Это защита от ультрафиолетовых лучей. Следующее средство у нас, это новинки, они у нас тоже были в этом каталоге. Заметно сокращающие целлюлит и укрепляющие нашу кожу. Немножечко распишу вам. Значит, здесь содержится кофеин, который улучшает микроциркуляцию крови и обладает лимфодренажным действием. Также здесь содержится экстракт цветов лотоса. Они обладают детоксикационным свойством, то есть выводят токсины из нашей кожи. И также здесь содержится гиалуроновая кислота, которая максимально увлажняет кожу. Но, девочки, вы должны понимать, что антицеллюлитные продукты и крема, они не обеспечат вам успех ни в коем случае, если вы не занимаетесь спортом. Если вы нанесли антицеллюлитный крем и легли спать, то можете забыть. Нанесли антицеллюлитный крем и сделали вечернюю пробежку вокруг дома. Или там вокруг речки, озера, которое рядом с вами находится. Ну, не можете вы выйти на улицу, значит, поприседали, покачали пресс. Только в комплексе. Только в комплексе. Вы должны это понимать. Это главное правило. Значит, следующая новиночка нашего каталога – это смягчающая помада. Но она тоже была у нас в прошлом каталоге, поэтому долго не будем на ней задерживаться. Значит, туалетная вода тоже новинка и текущего каталога, и следующего. Сагнич. Кто-то, может быть, из вас покупал, девчонки, поделитесь отзывами. Сагнич Зум. Кто приобретал, кто может поделиться отзывами об этой туалетной водичке. Так, а я сейчас вам расскажу описание. Значит, тип аромата ароматический древесный. Верхние ноты – зеленый мандарин, мягкость цитрусов и зеленый кардамон. Сердце – это лаванда, родниковая вода, светлая береза. Шлейф – кедр, пачули, мускус. То есть, несмотря на то, что вроде как должно казаться, что это свежий аромат, по описанию аромат далеко совершенно не свежий. Пачули, мускус, кедр – это достаточно сладкие ноты, которые находятся в шлейфе аромата. Вот, чтобы их, даже несмотря на то, что там находятся цитрусы, то есть верхние ноты, то есть только вы нанесете аромат, они будут свеженькие. Ну, а потом, когда аромат развеется, все равно запах будет сладковатый. Так, никто из вас не покупал, отзывами поделиться не может. Хорошо, идем дальше. Супер вещь, Giordani Gold. Девочки, кто идет по пошаговой программе, вот то, что нужно брать за второй шаг. Это просто
Ну, бум, это продукты вообще замечательнейшие. Мультифункциональное средство для макияжа с легкой текстурой и тонким покрытием средней плотности. Запатентованная антивозрастная технология. Осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи. SPF 35. Солнцезащитные фильтры. CC-крем. Мультифункциональный крем Giordani Gold. Это достаточно легкое средство по уходу за кожей, которое объединяет в себе несколько бьюти-средств. Это легкий тон крем, корректор и увлажняющий крем 3 в одном. И также используется как крем против морщин. Вы представляете, сколько компонентов находится, грубо говоря, в одной основе совершенства? Тональник, корректор, увлажнение и средство против морщин. И одновременно как солнцезащитное средство, потому что мы все знаем, солнцезащитные средства с SPF фактором 30 – это сильная защита от ультрафиолета. Создает идеально ровный тон, маскирует несовершенство, увлажняет, предотвращает развитие возрастных изменений. Ну и сейчас мы с вами поговорим о нашей новинке. Стойкая минеральная тональная основа, роскошный атлас Giordani Gold. Фактором SPF 15. Это минеральная тональная основа с полезным комплексом вулканических минералов. Прекрасно восстанавливает кожу и эффективно за ней ухаживает. Обеспечивает стойкое плотное покрытие и маскирует несовершенство кожи. Натуральная формула с солнцезащитным фактором SPF 15 обогащена драгоценными компонентами вулканического происхождения. Она эффективно наполняет кожу жизненной силой и препятствует старению. Значит, попробуйте отличнейшие средства, которые помогут вам и защититься от солнечных лучей, и защититься от преждевременного старения кожи. Вообще серия Giordani, это, ну, я не знаю, я поклонница серии Giordani. Я просто ее обожаю и другие средства, скажем так, из декоративной косметики, я покупаю только ради, наверное, тестирования. Посмотрите, что же еще бывает. Вообще, я фанатка Giordani, тональной основы, туши, декоративка. Я обожаю Giordani, покупаю Giordani и ничего, кроме Giordani, да. Вот. Ну, все остальное. У меня есть, конечно, продукты и других серий. Но они куплены ради, скажем так, тестирования и посмотреть, что за ним. Все-таки я должна знать продукцию, чтобы, если у меня мои родственники и соседи спросят, могла бы рассказать им, что это такое. Следующие новиночки – это серия шелк. Ну, я думаю, здесь много рассказывать о них не надо. Кто знаком с серией шелк, замечательная нежная серия крема для рук, гели для душа, мыло. Очень нежная кремовая текстура. И немножечко мы с вами остановимся на нашей новинке. Шампуни для стимуляции роста волос. Шампунь, лосьон и кондиционер. Значит, стимуляция волос. У некоторых людей в той или иной степени и по тем или иным причинам начинается либо замедляется рост волос, либо происходит выпадение волос. Это может быть либо вследствие каких-то генетических особенностей, либо вследствие заболеваний, либо вследствие стресса. Вот. Также может авитаминоз на это повлиять очень хорошо, да? Поэтому вот такая уникальная серия выпущена компанией Reflame. Эксперт Нео. Шампунь-стимулятор для роста волос. 200 мл объема. Значит, он рекомендован к использованию каждый день. Очищает волосы от загрязнений, удаляет излишки кожного сала с головы. То есть очень даже полезно для жирных волос, если такое присутствует. Да? Надолго освежает волосы и придает ощущение легкости и свежести на весь день. В состав шампуня вошли такие компоненты, как экстракт стволовых клеток зеленых растений.
уже, видите, компания использует стволовые клетки растений уже, как говорится, не на одном продукте. В коллагене есть, и вот теперь уже и в серии по уходу за волосами у нас есть экстракт стволовых клеток. Восстанавливающие ингредиенты. Гингерол – это антиоксидант, это сильнейший антиоксидант. Ну, мы все прекрасно знаем, да, что астаксантин у нас самый сильный антиоксидант в мире, да, это наш шведский бьюти-комплекс. Гингерол немножко ему уступает, но это сильнейший тоже антиоксидант. Значит, для чего нужен тоник? Значит, когда мы помыли голову, нужно тоник нанести на именно на корни волос, да. Он продлевает жизненный цикл волоса, укрепляет структуру и освежает кожу головы. Всего за 3 месяца именно с помощью тоника вы можете улучшить состояние волос и повысить объем и плотность. То есть он активизирует процессы роста. Тоже содержит гингерол, вытяжку из стволовых клеток зеленых растений тоже в этом тонике содержит. И спрей-кондиционер. Ну, кондиционеры мы все прекрасно знаем для того, то есть помыли голову и нанесли кондиционер для лучшего вида, внешнего вида ваших волос. Но здесь получается тоник посредник. Значит, сначала шампунь, потом тоник на корни немножко по волосам и спрей-кондиционер сверху. Его смывать не нужно. Значит, точно так же укрепляет структуру волоса, повысит плотность волос. Те же ингредиенты, что и во всей серии, содержатся в этом спрее-кондиционере. Вы можете его наносить прямо перед укладкой на слегка влажные волосы. Вот еще новиночка, шампунчики очень свеженькие, да, которые придают объем нашим волосам. Ну, долго мы на них останавливаться не будем. Это, в принципе, такая фруктовая серия, с которой все хорошо знакомы. Вот еще в серии The One у нас появились цветные бальзамы для губ. Кто, допустим, не очень любит летом помады, вот бальзам, который смягчает, увлажняет и немножечко придает цвет вашим губам. Вот такие замечательные летние лаки, различные. Цветовая гамма яркая именно на лето. Значит, сумочка, такие вот аксессуарчики интересные, тоже для лета яркий, замечательный вариант. Еще вот такие аксессуарчики нас ждут в следующем каталоге. Это у нас солнцезащитные очки бирюзового цвета, красивая гамма для лет, сумочки. Шарфики, парео. Так что посмотрите, возможно, вам понадобится для отдыха. Солнцезащитная серия. Значит, у нас в солнцезащитной серии новиночки – это спреи, солнцезащитные спреи, да. Также здесь увлажняющий есть солнцезащитный спрей. Для детей SPF, фактор SPF 30 крем и фактор SPF 50. Значит, что вам нужно знать именно по серии солнцезащитной? Значит, здесь очень классные цены, так что можете, кто собирается в отпуск куда-то ехать, заострить внимание на этой серии. Значит, смотрите, если вы можете находиться на солнце какое-то количество времени, да, то есть, допустим, если вы без ожога находитесь на солнце в течение 15 минут, а потом ваша кожа начинает обгорать, то вам лучше всего брать SPF побольше, SPF 30. Если ваша кожа не обгорает в течение минут 30, вы можете брать SPF поменьше, SPF 25.
Есть даже SPF 15, но не в этом пологе. Вот. А если вы даже в течение часа, находясь на солнце, не обдираете, у вас такой смуглый, смуглая кожа, то вы можете брать вообще SPF 10 или SPF 15. У кого, значит, кожа светлая, беленькая, конечно, лучше SPF 30 вам брать. Ну и расскажу о собственном применении. Это SPF 50. Несмотря на то, что у меня достаточно смуглая кожа, да, я достаточно, скажем так, даже зимой имею в виду загорелый вид, я пользуюсь летом SPF 30 или SPF 50. Почему? У меня, девочки, аллергия на солнце, и как только начинается это активное солнце, у меня сразу же высыпают вот как крапивницы, такие красные пупырышки по всему лицу, телу, то есть куда солнце попало, там и высыпало. И это все безбожно чешется. Выглядишь, конечно, ты не очень, особенно если едешь где-нибудь в общественном транспорте, то люди от тебя шарахаются, потому что думают, что ты чем-то болеешь. Вот такое у меня неудобство посещает летом. И я спасаюсь только этим кремом. SPF 50. Если кому-то знакома такая проблема и есть вопрос, спасает однозначно. Я без этого крема на улицу не выхожу. Если случается так, что я забыла нанести, ну, пиши пропало, к вечеру покроюсь красными пупырышками и буду чесаться. Так что вот такая у нас солнцезащитная серия. Вот замечательная серия, которая еще в прошлом каталоге у нас с вами была, да, как новиночка. Ну, я хочу немножечко ее описать, потому что все-таки это антивозрастной уход, и серия эта предназначена для людей 30+. Она содержит экстракт люцерны, витамины, аминокислоты, сахара, микроэлементы, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, железо, кремний, серу. Способствует регенерации кожи и защищает ее от вредного ультрафиолетового излучения. Вот многие знают, да, Q10. Что такое Q10? Это коэнзим. Открытие этого вещества принадлежит Питеру Митчеллу. Он за это получил Нобелевскую премию. Значит, коэнзим – это вещество, которое помогает клеточному обновлению, обмену элементов клеток. Также обеспечивает обновление тканей и увеличивает скорость в обменных процессах. Помогает насыщать клетки кислородом, урегулирует обмен веществ, положительно влияет на кровеносно-сосудистую систему. То есть вот что такое у нас коэнзим. И вот эта вот новая антивозрастная линейка, которая содержит природную формулу вместе с коэнзимом, натуральным экстрактом люцерны, это активная борьба с признаками старения. Восстанавливает молодость кожи и делает морщины незаметнее. И вот наши шикарные новиночки. Да, гелики для интимной гигиены, кто их любит, я люблю, обожаю все гелики для интимной гигиены, перепробовала, просто вещь, просто штука классная, колоссальная штука. Значит, мягкое очищающее средство с экстрактом алоэ вера, с натуральной молочной кислотой и витаминами, освежает кожу интимных зон, защищает ее от сухости и дискомфорта. Ощущение нежности и чистоты придадут вам уверенности на весь день. Протестировано на содержание аллергенов и одобрено и дерматологами, и гинекологами. Это очень важно. Это средство создано в собственной лаборатории компании Oriflame на основе гипоаллергенной формулы с использованием натуральных ингредиентов. Экстракт алоэ веры и витаминный комплекс. Это эффективное средство от запаха и раздражения в интимной зоне. Так что, девчонки, кто еще не пробовал средства для интимной гигиены, рекомендую.
Это просто находка, просто супер штука. И, кстати, чтобы вы знали, вот эти средства для интимной гигиены, если ваш ребеночек еще маленький и ему до годика, этими средствами мыть своего малыша, если у него аллергия. Это гипоаллергенные средства. Вместо гелика для душа вы можете средством для интимной гигиены мыть своего малыша, которому еще нет годика. Имейте это в виду. И наши супер летние новиночки. Для ног последняя страничка каталога. Это замечательный спрей, освежающий крем для ног. Особенно это актуально для тех людей, которые имеют потливость высокую ног, да, чтобы освежить свои ноги, это супер-супер-супер средство. Вот такие новиночки нашего каталога, но я бы хотела еще раз вернуться к одному продукту. Это очень выгодное предложение каталога. В этом каталоге SkinPro тоже идет на акции. Бочоночек. А, видите, у меня ж нету, вот Маша подсказывает, да, в каталоге печатном есть еще дополнительная обложка. И там на скидках бочоночек за 2,49. Вот это наше смягчающее средство. Имейте это в виду, потому что у меня нету на руках печатного каталога, я в электронном только все смотрела. Маша, спасибо за подсказку, хорошая подсказка, да. В этом каталоге у нас тоже есть этот аппарат SkinPro, и при его покупке тоже в подарок идет гель для умывания. Теперь, что же я вам хотела сказать про этот аппарат? Это очень эффективный аппарат. В 5 раз эффективнее, чем просто умывание традиционным способом. Он делает кожу в 8 раз более сияющей. По результатам клинических исследований уменьшаются поры, улучшается текстура и тон кожи. На 20% увеличивается степень проникновения средств, которые вы будете наносить после очищения. То есть кремов и сыворот. Подарите себе возможность качественного ухода на каждый день. И тем самым вы сэкономите время и силы на будущие походы к косметологу. Вот этот аппарат является мечтой о красивой и ухоженной коже. То есть именно он позволит вам, чтобы ваша кожа выглядела красивой и безупречной, шикарной и просто потрясающей. И поскольку наш вебинар немножечко затянулся, я часть слайдов пропущу, потому что время поджимает, да? Ну, в принципе, там в этом каталоге еще есть большие скидки, да, большие гелики для душа. И различные другие, там на больших скидках туалетные воды. Ну, вы посмотрите каталог, в принципе, там особенно не будем задерживаться на этом. Я бы хотела немножко задержаться с вами на топ-10 каталога номер 7, чтобы вы обратили внимание именно на эти продукты. Я даже здесь указала странички, чтобы вам было легко их искать. Значит, обратите внимание. Продукт номер 1. Супер тушь 5 в 1. Я сегодня много о ней рассказывала. На страничке 4.5 она расположена. Рекомендуйте всем. Это отличнейшая тушь для любых ресниц. Топ номер 2. Легкий дневной крем против морщин и коллаген. Он был признан лучшим средством антивозрастного ухода и стал победителем 2014 года. Но это имеется в виду серия коллаген, да, потому что новиночка там у нас дневной крем с SPF 30, да, на странице 34-35. Также на страницах 36-39 представлены вместе с кремами
наши суперсредства омега-3 и астаксантин. Вы знаете, что забыла еще подсказать, когда мы с вами говорили о солнцезащитных средствах, я забыла сказать, что эти средства проверены, и когда люди едут за границу отдыхать, допустим, там Турция, Египет, берут с собой любые другие средства, они приезжают все-таки немножко подгоревшими, поджаренными, да, а те люди, которые ездят с солнцезащитными средствами от Oriflame, они всегда приезжают в отличном состоянии, с шикарной загоревшей и бархатистой кожей. И в помощь этому еще является омега и астаксантин. Омега, она вам позволит наполнить влагой вашу кожу, астаксантин защитит вас от ультрафиолета, негативных, неблагоприятных факторов. Поэтому, если вы собираетесь ехать в Турцию, в Египет, возьмите с собой наши наши солнцезащитные средства, а также омега-3 и астаксантин. И вы приедете красивым, загоревшим, с бархатистой суперкожей. Четвертый продукт, на который я хочу обратить внимание, это аппарат для очищения кожи лица, про который я только что совершенно недавно говорила. Страница 42-43. Тушь для ресниц, роскошный эффект Giordani Gold, страница 54-55. Обратите внимание, это то, о чем я говорила, что две моих самых любимых туши, супертушь 5 в 1 и тушь Giordani Gold. Это отличнейший макияж, супер элегантность, ну вообще Giordani — это моя самая любимая серия. Стойкая минеральная основа, о которой я вам рассказывала, новиночка. На страничке 56-59 серия Giordani Gold представлена. А также пунктом номер 7 топ-7 каталога. Это очень важно для лета, девочки. Дезодоранты Activel спрей 237-27. Это код спрея без белых следов. Страничка 100-101. Суперпродукт. Мы даже проверяли, и Марина проверяла, и девочки в нашей команде пшикали этот дезодорант на темную одежду. Специально. Девочки, никаких следов. Абсолютно. Топ номер 8. Наша солнцезащитная серия, которую я так хвалила. Берем ее с собой на курорт. Топ 9. Средства для интимной гигиены. Страница 132-133. Супер предложение. И топ-10 сыворотки, мега сыворотки на странице 134-135. True Perfection, коллаген и Intense. Time Reversing Intense. Вот эти топ-10 каталога номер 7. Обратите на них внимание. Это сногсшибательные продукты этого каталога. Ну и, конечно, об этом мы говорим достаточно мало. Я хотела бы вам об этом напомнить. 5 ступеней ухода за кожей лица. Очищение. Это очищающие средства, гелики и молочко. Дополнительный уход вторым этапом идет. Это либо маски, либо скрабы. Ну а если вы на сегодняшний день не запланировали маску или скраб, тогда мы переходим к третьему этапу – тонизирование. После того, как мы протонизировали лицо, тогда мы уже будем наносить на него либо увлажняющий крем – это четвертый этап, если у нас день, либо это у нас будет питательный крем, если у нас ночь. Второй вариант ухода. Дополнительный уход включает в себя не только маски и скрабы, но и сыворотки и капсулы. Поэтому, если мы используем сыворотки и капсулы, второй вариант ухода за вашим лицом будет выглядеть таким образом. Очистили лицо геликами, протонизировали тониками и нанесли сыворотку или капсулу. Сыворотки и капсулы рекомендовано наносить под дневной или ночной крем. И, соответственно, через 10-15 минут после того, как сыворотка или
как, скажем так, то содержимое, которое находилось в капсуле, будь то гель, будь то сыворотка, будь то масло, когда кожа питает это, мы наносим через 10-15 минут увлажняющий или питательный крем. Увлажняющий на день, питательный на ночь. И немножечко о сериях, которые присутствуют в нашем каталоге, но мы не так часто их рассказываем подробно. Серия «Королевский бархат». Она создана в 70-е годы прошлого века и сегодня является символом роскошного косметического ухода. Многократно меняясь, эта серия оставалась всегда любимой для женщин. Когда-то раньше она была 35, на сегодняшний день она идет уже с 40 лет. 90-е годы принесли с собой много интересного. И можете себе представить, насколько далеко эпоха развития этого королевского бархата, да? Именно в 90-е годы стали началом прямых продаж Oriflame именно в странах СНГ. И королевский бархат завоевал сногсшибательную популярность среди женщин более старшего возраста. Посмотрите внимательно. Сегодня это зрелая кожа 40+. Ирис – растение, которое насчитывает более 800 видов, встречается на всех континентах. Масло ириса является довольно дорогим, поэтому используется в косметике и парфюмерии высоко ценового сегмента. То есть это очень дорогой продукт. В состав масла входят изофлавоны, которые помогают в выработке коллагена и эластина. Эликсир черного ириса. Масло семян сафлоры. Масло лимнантеса. Масло авокадо. Персиковое масло. Масло семян черной смородины. Кунжутное масло. Представляете, какая кладезь содержится этих компонентов. Власть над временем Intense. Тоже запатентованный комплекс. Я сегодня о нем просто очень много говорила. Советуйте всем вашим мамам, бабушкам, которые у нас не совсем бабушки, а бабушки, которые у нас продвинутые бабушки, да, которые ухаживают за собой. Советуйте, это супер серия. И сейчас можно взять эту замечательную сыворотку. Да, аппетитные, аппетитные, вкусно. Экстракты ладаника и геносистемы пятилистной являются необходимыми для защиты мембранных клеток от воздействия свободных радикалов. L-глутамин – это аминокислота, которые участвуют в синтезе коллагена и эластина, белков дермы, которые являются основными структурными составляющими кожи. Экстракт красной водоросли. Сейчас вам прочитаю, как это он называется. Я вот буду зачитывать, потому что это невозможно выговорить. Хондрус курчавый. Вот так называется это красная водоросль. По-другому она еще называется ирландский мох. Эта водоросль произрастает в камнях северо-западного побережья Ирландии, а также американского штата Массачусетс. Она содержит полисахариды, органические кислоты, ферменты и витамины. Комплекс микро- и макроэлементов, которые необходимы, ну просто необходимы для улучшения обменных процессов кожи. Повышает упругость, эластичность. Также здесь содержатся карагенаны. Полисахариды, которые содержатся в хондрусе, в этой водоросли, образуют сильно увлажненную пленку, и кожа становится эластичной, гладкой и защищенной. Экстракт зеленого горошка повышает упругость кожи,
защищает коллаген и эластин от разрушительного воздействия различных ферментов. Гиалуроновая кислота – это натуральный увлажнитель. Он содержится в дерме, на 70% состоит из воды, составляет от 15 до 18 процентов всей воды нашего организма. И содержание воды в нашей коже зависит от возраста и состояния нашего организма. Поэтому подпитывать нашу кожу гиалуронкой очень-очень полезно. С возрастом водный баланс нарушается, и потери воды начинаются более значительные. Это происходит за счет возраста, за счет того, что ухудшается кровоснабжение. Гиалуроновая кислота, она имеет самую высокую гигроскопичность, то есть она связывает воду. И после применения косметики с гиалуроновой кислотой кожа выглядит более мягкой, гладкой и нежной. Экстракт лакрицы обладает восстанавливающим и иммуноактивным действием. Это натуральный фитоэстроген. Он стимулирует образование коллагеновых волокон, и его еще побочным эффектом является легкое отбеливающее действие. Так что вот, девочки, берите на заметку. Будьте красивыми, будьте активными. Вы можете получить от жизни все, что вам нужно, если поможете достаточному количеству людей получить то, что нужно им. Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и ее жизнь станет короче. Счастье не становится меньше, когда им делишься. Об этом сказал Будда. Имейте собственные цели, иначе чужие цели будут иметь вас. Будьте красивыми, будьте успешными. Успехов вам, счастья, радости. Я вас всех люблю, целую. Пользуйтесь нашей замечательной продукцией компании Reflame. Включая ролик, будут вопросы, я к вам вернусь. А пока счастливо вам!